Три пожара за выходные из-за вредной привычки. Погибли двое мужчин и одна женщина. Виной всему неосторожное курение. В субботу пожарные тушили огонь в доме 2Б на улице Почаевской во Владимире. Соседи заметили возгорание в квартире. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что пламя распространилось на площади 8 квадратных метров. Горели постельные принадлежности и внутренняя отделка одной из комнат. Возгорание потушили, а на месте пожара обнаружили хозяйку 54-го года рождения. У погибшей была привычка курить в постели. Это, скорее всего, и привело к трагедии, сообщают дознаватели МЧС. В ночь 22 на 23 августа поступило сообщение о загорании дачного дома в СНТ «Железнодорожник» Александровского района. В результате пожара сгорела кровля и внутренняя отделка, имущество дома на общей площади 30 квадратных метров. На месте, к сожалению, обнаружен погибший мужчина 1950 года рождения. Как установлено дознавателями МЧС России, мужчина, житель Московской области, на даче в Александровском районе проживал с весны этого года. Предварительные причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, либо неисправность отопительного оборудования. И ранним утром в понедельник пришлось тушить возгорание в поселке Панфилово Гусь-Хрустального района. Там пожар случился в двухэтажном доме. Спасатели обнаружили тело владельца квартиры 59-го года рождения. Мужчина умер, скорее всего, тоже из-за неосторожного курения в квартире. Также сгорел пол и имущество на площади 3 квадратных метра.